Свиной, птичий и гонконгский грипп теперь нипочем. В первый раз завезли 11 тысяч доз вакцины. Ставить прививки продолжат бесплатно. На закупку вакцины из федерального бюджета было выделено почти 2 миллиона рублей. Препарат отечественный, он уже поступил в прививочные кабинеты. Чтобы защитить себя от гриппа, жителям Первоуральска необходимо принести прививочный сертификат и полис медицинского страхования. А для работников торговли и общепита потребуется медкнижка. Каждый день только в поликлинику номер 1 обращаются около 100 жителей. Как говорят врачи, иммунитет против гриппа вырабатывается не сразу, а через 2 или даже 3 недели после прививки. Пока случаев заражения гриппом в Первоуральске не зарегистрирован, но специалисты не исключают начало эпидемии уже в конце декабря. Прививочная кампания в поликлиниках города продлится до середины месяца. По городскому округу Первоуральск привито 57 360 человек взрослого населения, что составляет 45,5% от всего населения. Но запланировано привить 50% населения. То есть нам вот еще нужно допрививать